Okay, we begin? Ja. Okay. Om Magyana Timarangasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvisesha Shunyavari Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going over Nectar of Devotion. We're on chapter 16, Spontaneous Devotion, further described. Мы читаем Нектар преданности, главу 16, которая называется Продолжение описания спонтанной преданности. And now we're going to hear about spontaneous devotion in relation to conjugal love. И сейчас мы будем читать о спонтанной преданности в рамках супружеской любви. So spontaneous devotion is often simply known as Raganuga Bhakti. Спонтанная преданность обычно известна как Рагануга Бхакти. So this we heard about the requirements for Raganuga Bhakti, that one should be very very strict in one's practice of sadhana. Итак, мы ранее читали о тех требованиях, которые предъявляются к тем, кто следует Рагануга Бхакти, то есть человек должен быть очень серьезен в своей садхане. And one should have a very strong desire to want to follow in the footsteps of a particular devotee in Krishna's pastimes. И у человека должно быть очень сильное желание следовать по стопам какого-то определенного преданного, который участвует в лилах Кришны. So there are these different categories of devotees. We know there's the gopis and Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they all followed in the mood of the gopis. Мы знаем, что существуют различные категории преданных, есть гопи, и мы знаем, что Чайтанья Махапрабху и его приближенные, его спутники следовали по стопам гопи. But it's also possible to follow in the footsteps of other persons in Krishna's pastimes, such as Krishna's mother and father, Nanda Maharaj and Mother Yashoda. Но также можно следовать и по стопам других преданных, которые участвуют в играх Кришны, таких как отец и мать Кришны, Нанда Махарадж, матушка Ишода. So go ahead. We're reading under the subheading conjugal love. Мы читаем о супружеской любви. Преданное служение, по примеру гопи Вриндавана или цариц Двараки, называют преданным служением в супружеской любви. Преданное служение в супружеской любви может относиться к одной из двух категорий – косвенным супружеским отношениям или непосредственным. Но и в том и другом случае преданный может следовать по стопам определенной гопи, занятой таким служением на Галоке Вриндавана. Непосредственная привязанность к Верховной Личности Бога в супружеской любви на санскрите называется кели. Кели подразумевает непосредственное соединение с Верховной Личностью Бога. Есть и такие преданные, которые не хотят непосредственного общения с Верховной Личностью. Они предпочитают наслаждаться супружескими отношениями Господа с гопи. Такие преданные получают удовольствие, просто слушая о взаимоотношениях Господа и гопи. Okay, so
Prabhupada is explaining that there can be conjugal love in both Vrindavan and also in Dwarka. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что супружеская любовь может быть как во Вриндаване, так и в Дварке. There's a different mood. The queens in Dwarka, they also have love for Krishna, but it's not like the gopis' love. И у цариц Двараки также есть любовь к Кришне, но она отлична от той любви, которую испытывает к нему гопи. The mood in Dwarka is more in awe and veneration. И любовь в Двараке, она больше такая суп. Он это, you mean someone wants to own other person? No, awe, awe and veneration means they give great respect. И любовь в Двараке это любовь, которая выражается как почитание, как великое почтение. So in Dwarka, the gopis, although they're Krishna's wives, they consider themselves to be like maidservants to Krishna. И в Двараке, хотя эти женщины являются женами Кришны, а тем не менее они ведут себя как его служанки. In other words, they consider themselves to be very inferior to Krishna. They don't consider themselves to be controlling Krishna. И другими словами, они чувствуют себя по отношению к на более низкой позиции по отношению к Кришне, они в положении служения ему. You know, some ladies can be very submissive and very respectful to their husbands, and other ladies are very controlling and dominating their husbands. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj. You can hear me? Some ladies can be submissive and others? And others, they will just control and argue with their husband all the time. И некоторые женщины занимают такое подчиненное положение в отношениях с мужем, а другие, наоборот, контролирующие и все время с ним спорят. So similarly, Krishna's relationship with the people like the gopis, some gopis are very submissive, and others they argue with Krishna. И эти отношения, и такие же отношения у Кришны с гопи, то есть некоторые гопи, они занимают подчиненное, покорное отношение, положение по отношению к Кришне, а другие, они спорят с ним. And similarly with the queens in Dwarka, you have different queens. You have Rukmini and Satyabhama, and they're quite different. И то же самое происходит и во взаимоотношениях с царицами Двараки. То есть там есть разные царицы Рукмини, Сатьябхама, и они очень отличаются друг от друга. They all love Krishna, but they express their love in different ways. Они все любят Кришну, они выражают свою любовь к нему по-разному. So Srila Prabhupada is explaining there is conjugal love can be direct and it can also be indirect. И Шрила Прабхупада говорит, что супружеская любовь может быть как косвенная, так и прямая. So in Goloka Vrindavan, and if you follow a gopi in Goloka Vrindavan, you'll be directly engaged in the service of Krishna. Если вы следуете по стопам гопи на Голока Вриндаване, то вы вовлекаетесь в прямое служение Кришне. And if you're directly attached to Krishna, this is given the Sanskrit name Keli. И если вы непосредственно привязаны к самому Кришне, то на санскрите это называется Keli. Just like sometimes there's different pastimes of Krishna. There's one pastime called Dana Keli. Существуют различные. И одна из них называется Дана Кели. Krishna takes tax. Dana, where Krishna is taking tax from the gopis.
and he will tell the gopis that I'm the proprietor here. You want to go on this path, you have to pay me tax. И это дана значит налог. И Кришна говорит, я здесь главный, я здесь контролирующий, и вы, чтобы вы здесь должны заплатить мне налог. Okay, so this Keli, this is referring to direct contact with Krishna. И это Keli обозначает непосредственное соединение с Кришной, непосредственный контакт с ним. But then there's other devotees, and they don't have direct contact with Krishna, but they take pleasure in the other gopis having direct contact with Krishna. И, но есть другие преданные, у которых нет непосредственных взаимоотношений с Кришной, и они наслаждаются отношениями Кришны с Гопи. And they're happy simply to hear about the activities of Krishna with the gopis. И они просто рады слышать о тех деяниях, которые совершают Кришна и Гопи. So that is the indirect way of associating with Krishna. И это косвенный способ взаимоотношений с Кришной. Go ahead. Этой ступени супружеской любви могут достичь только те, кто следует регулирующим принципам преданного служения, в частности, поклоняется Радхе и Кришне в храме. В таких преданных постепенно развивается спонтанная любовь к божеству в храме, и, слушая о любовных отношениях Господа с Гопи, они постепенно начинают ощущать привязанность к этим играм. И когда эта стихийная привязанность становится очень глубокой, преданного относят к одной из упомянутых высшей категорий. Okay, so Prabhupada is describing how the love for Krishna develops. И здесь Прабхупада описывает, как развивается любовь к Кришне. The first thing is, this is only possible for those who are strictly following all the regulative principles of devotional service. И первое, она доступна только тем, кто очень строго следует принципам преданного служения. And they should be also doing some worship of Radha and Krishna in the temple. И эти преданные должны также поклоняться Радхе и Кришне в храме. And in this way they develop an attraction for serving the deity. И благодаря этому они развивают привязанность к служению божествам. And they're serving the deity, and at the same time they hear about the Lord's pastimes and his different dealings with the gopis. И, служа в храме, они также слушают об играх Кришны и Гопи. And they become attracted to, they take pleasure in hearing about these different pastimes. И они испытывают привязанность, они испытывают удовольствие, слушая об этих играх. And gradually, the devotee becomes very attached to a particular process of devotional service. И постепенно преданный очень привязывается к определенному какому-то процессу, какому-то определенному виду преданного служения. Go ahead. Супружескую любовь к Кришне могут развить в себе не только женщины. Материальное тело не имеет никакого отношения к духовной любви. В женщине может развиться склонность к дружеским отношениям с Кришной, а в мужчине желание стать гопи во Вриндаване. Пример того, как преданные в облике мужчин могут захотеть стать гопи, приводится в Падма-пуране. Некогда в Дандакаране обитало много мудрецов. Дандакаране – это название леса, в котором жил господь Рамачандра, сосланный своим отцом в лес на 14 лет. В то время там жило много великих мудрецов, которых пленила красота господа Рамачандры, и они захотели стать женщинами, чтобы получить возможность обнимать господа. Позже, когда Кришна явился на Галоке Вриндаване, эти мудрецы родились там как гопи, подруги Кришны, и так достигли совершенства в духовной жизни. Alright, so Prabhupada is explaining that the particular relationship which we have with Krishna does not depend on our physical body. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что наши какие-то определенные отношения с Кришной, они не зависят от нашего материального тела. A woman
may develop an attraction to be like a cowherd boy. Например, женщина может развить в себе привязанность, может развить в себе привязанность к этим отношениям в форме мальчика-пастушка. Just like being a cowherd boy, of course, means you become a friend of Krishna. Быть мальчиком-пастушком — это значит быть другом Кришны. And at the same time, men may also want to become gopis, and they may be attracted to the mood of the gopis and serve Krishna. И в то же самое время мужчины могут быть привлечены желанием стать гопи и служить ему в качестве гопи. Of course, this doesn't mean that you have to dress like a gopi or act like a gopi. Это не значит, что вы должны одеваться как гопи либо вести себя как гопи. That would be sahaja. That is cheap. That is ruining everything. That is simply imitation. Это будет уже сахаджи, обман. Это разрушит все. Это будет лишь имитация. But what should happen is that internally we develop an attachment to the mood of the gopis. Но что происходит вечно, то мы развиваем любовь к Кришне как гопи. So Prabhupada describes about the sages in the Dandakaranya forest who were attracted to Lord Ramachandra. И здесь Шрила Прабхупада описывает пример мудрецов Дандакарани, в котором жил лес, в котором жил Господь Рамачандра. And these sages had seen Lord Rama, of course, had gone to exile. He came into the forest of Dandakaranya along with his wife Sita and his younger brother Lakshman, and they were to live in the forest for 14 years. И Господь Рамачандра вместе со своей женой Ситой и братом Лакшманой жил в лесу Дандакарани 14 лет. And the sages who lived in the forest, when they saw Lord Ramachandra, they were very attracted to him, and they wanted to embrace him. И мудрецов, которые жили в лесу Дандакарани, пленила красота Господа Рамачандры, и они захотели обнять его. And they considered that if they could become women, they could have a nice loving relationship with Lord Ramachandra. И они считали, что если они станут женщинами, то у них будут прекрасные взаимоотношения с Господом, любовные отношения с Господом Рамачандрой. But Lord Ramachandra had made a vow that he would only take one wife. Но Господь Рамачандра принял обет, что у него будет только одна жена. And he didn't want to have any dealings with any other ladies. И он не хотел иметь ничего общего с какими-либо другими женщинами. So he told the sages that you take your birth and next life you become gopis in Vrindavan, and next life I'm going to be Krishna in Vrindavan, and at that time I can satisfy all of you. И тогда Господь Рамачандра сказал всем этим мудрецам: в следующем рождении, в следующей жизни вы примете рождение как гопи, а я буду рожден как Кришна во Вриндаване, тогда я удовлетворю все ваши желания. And then this way they were allowed to take part in the Rasa Lila with Krishna. И таким образом им было позволено принять участие в Раса Лиле Кришны. And this was the perfection of their spiritual life. А это является совершенством духовной жизни. Go ahead. Историю мудрецов Дандакарани можно объяснить следующим образом. Когда Господь Рамачандра жил в Дандакарани, мудрецов, занимавшихся там преданным служением, пленила его красота. И они сразу вспомнили о гопи Вриндавана, наслаждавшихся супружескими отношениями с Кришной. Мудрецы Дандакарани захотели вступить с Господом в супружеские отношения, подобные тем, в которых с ним находится гопи, хотя им прекрасно было известно, что и Кришна, и Рамачандра — это Верховный Господь. Они знали, что Рамачандра является идеальным царем и потому не может иметь больше одной жены. Но Господь Кришна, как полное проявление личности Бога, может осуществить все их желания во Вриндаване.
Кроме того, мудрецы пришли к заключению, что внешний Господь Кришна привлекательнее Господа Рамачандры, и потому обратились к нему с молитвами, прося у него возможности в следующей жизни стать гопи и общаться с Кришной. Господь Рамачандра ничего им не ответил, и его молчание свидетельствовало о том, что он внял молитвам мудрецов. Так Господь Рамачандра благословил их на общение с Господом Кришной в их будущих жизнях. В результате они родились девочками из лон Гопи Гокулы и смогли осуществить свое желание наслаждаться обществом Господа Кришны, жившим тогда в Гокуле Вриндаване. Так они достигли высшего совершенства, которое только доступно в человеческой форме жизни, развив в себе трансцендентное желание разделить супружескую любовь с Господом Кришной. Okay, so this is Prabhupada just elaborating more about this pastime of the sages in Dandakaranya and how they desired to become gopis. Здесь Кришна, здесь Шрила Прабхупада уточняет, конкретизирует более историю о мудрецах Дандакарани. So the sages had become attracted by the beauty of Lord Ramachandra, and at that time they thought of the gopis in Vrindavan. Мудрецов пленила красота Господа Рамачандры, и они сразу подумали о гопи Вриндавана. Because they were already devotees, they were already engaged in devotional service, so they knew about the gopis in Vrindavan. И поскольку они были уже преданными, они занимались преданным служением, конечно же, они знали, что это Вриндавана. So, the sages desired to have this loving relationship with the Lord, like the gopis. И мудрецы хотели точно таких же любовных отношений с Господом, как и у гопи. And they knew that there's no difference between Lord Krishna and Lord Rama. И они знали, что нет никакой разницы между Господом Кришной и Господом Рамой. And they also understood Lord Rama was the ideal king, that he took a vow, eka patni vrat, that he would only take one wife. И они знали, что Господь Рамачандра является идеальным царем, и что он принял обет копать неврату, что у него будет только одна жена. So they say, these sages in the Dandakaranya forest, they decided that the form of Krishna was even more attractive than the form of Lord Ramachandra. И мудрецы Дандакарани решили, что форма Кришны даже более привлекательна, чем форма Рамачандры. So they prayed that they could become gopis in their future life and have their association with Krishna. И поэтому они молились, чтобы стать в следующей жизни гопи и развить свои отношения с Кришной. So when the sages said like that, Lord Ramachandra didn't say anything, he just stayed silent. So that was the understanding was that he accepted their prayers. И когда Господь Рамачандра услышал все это, он ничего им не ответил. И мудрецы поняли, что его молчание свидетельствовало о том, что он принял их молитвы. So the next life, these sages all took birth in the womb of the gopis in Gokula. Gokula means Vrindavan in the material world. И в результате в следующей жизни все эти мудрецы родились девочками из лон гопи, гопи Гокулы. Гокула это значит Вриндаван. And in Vrindavan they were able to have association with Lord Krishna. И во Вриндаване они могли общаться с Господом Кришной. And they were able to take part in Rasa Lila. И также они могли участвовать в Rasa Lila. And they, of course, they have this. They had this mode of conjugal love with Krishna. И конечно же у них было это настроение супружеской любви с Господом Кришной. And Krishna, and they could, Krishna would embrace them, and they could enjoy direct contact with Krishna.
И Кришна обнимал их, и они наслаждались этим непосредственным контактом с Кришной. So this was how the sages of Dandakaranya got their wish. И вот так мудрецы Дандакараньи исполнили свое желание. It was necessary for them, first of all, to take birth in the womb of gopis in Vrindavan. И для них важно было прежде всего родиться в лонах гопи Вриндавана. Without having that connection with the gopi people of Vrindavan, they could not take part in Krishna Lila. Connection with gopi? Yeah. Без этого, без этой связи с гопи, они не могли бы принять участие в Расалиле. Go ahead. Есть два вида супружеских отношений. Отношения между мужем и женой и отношения между возлюбленными. Тот, у кого развивается любовь к Кришне, какую питает жена к своему мужу, попадает в Двараку, где становится одной из жен Господа. Тот же, в ком развиваются чувства, которые испытывает возлюбленная к своему любовнику, попадает на Галоку Вриндавану, чтобы общаться там как с гопи и наслаждаться любовными отношениями с Кришной. Однако нужно понимать, что супружеская любовь и гопи, и цариц Двараки может развиться не только в женщине, но и в мужчине, что доказывает пример мудрецов Дандакарани. Тот, кто хочет супружеской любви, но не следует по стопам гопи, получает возможность общаться с Господом в Двараке. So, Prabhupada is explaining that there are two different ways by which we can enjoy conjugal love with Krishna. One is by husband and wife, and the other is the lover and beloved. И Шрила Прабхупада объясняет, что есть два вида супружеских взаимоотношений. Это отношения между мужем и женой и отношения между возлюбленными. So there, in Sanskrit, they're called is called parakya ras and swakya ras. Parakya ras means lover and beloved, not married, relationship outside of marriage, and swakya ras means with marriage. На санскрите это называется паракия и свакия. Паракия это значит отношения вне брака, а свакия это значит отношения в браке. So the people who want to love Krishna in marriage, with married relationship, then they will go to Dwarka. И те, кто хочет иметь взаимоотношения с Кришной, брачные отношения с Кришной, те попадают в Двараку. And we know Krishna has his 16,108 queens there. И мы знаем, что в Двараке у Кришны 16,108 жен. So one may even be able to become a queen, one of the queens of Dwarka, or maybe you have to follow the queens of Dwarka. И может быть кто-то может стать одной из цариц Двараки, либо следовать по стопам одной из цариц Двараки. But if we cultivate the mood of the people in Vrindavan, Goloka Vrindavan, then we have to follow, we have to associate with the gopis. Но если мы хотим развить ум настроение жителей Голоки Вриндаваны, мы должны общаться с гопи. And the gopis, they're not married to Krishna directly, but they have like a this relationship with Krishna. They're the lovers of Krishna, and Krishna loves them. И гопи не находятся в супружеских взаимоотношениях с Кришной, не состоят с ним в браке, но между ними отношения возлюбленных. And Prabhupada again talks about it doesn't depend on our physical body. That we shouldn't think because we're women now that we will have a woman's body in the spiritual world. И Шрила Прабхупада говорит, что это не зависит, отношения не зависят от физического тела. Еще не значит, если мы сейчас в женском теле, то мы будем в женском теле и в духовном мире. Of course, it's
very easy for a woman to think like that. She's thinking, I'm a woman. And so she thinks the mood of the gopis or the queens of Dwarka. Конечно, для женщин так думать очень легко и принимать умонастроение гопи, Вриндавана, либо цариц Двараки. But we just talked about the sages in Dandakaranya. They were all men, but they desired also to have a conjugal relationship. They wanted to be embraced by Krishna. Но мы только что читали у мудрецов Дандакарани, которые все хотели супружеских отношений с Кришной, хотели, чтобы Кришна обнимал их. And similarly, Lord Chaitanya and all of his associates, they were all in the mood of the gopis. А Господь Чайтанья и все его спутники были в настроении гопи. And Lord Chaitanya was cultivating the mood of the gopis. И Господь Чайтанья развивал умонастроение гопи. So, how did they do this? By following in the footsteps of the gopis. И как они это делали? Они следовали по стопам гопи. But if you don't follow the gopis, then you go to Dwarka. Но если вы не следуете по стопам гопи, тогда вы попадаете в Дварку. Now, of course, there's not a big difference between the two, but they generally, we say that there's more intensity of love when there's not marriage. И в принципе нет какой-то большой разницы между этими типами любви, но в отношениях между возлюбленными существует большая интенсивность, любовь, она более концентрирована. In the material world, to relate to, with the opposite sex without marriage is very bad. В материальном мире иметь взаимоотношения с противоположным полом вне брака – это очень плохо. And the love which a man and woman feel fit for each other without marriage, that is illicit connection. И та любовь, которую испытывают мужчина и женщина вне брака, это незаконная связь. And this is sinful. И это греховно. But in the spiritual world, this is the highest relationship. Но в духовном мире это высший вид взаимоотношений. The material world is the perverted reflection of the spiritual world. Материальный мир это перевернутое отражение мира духовного. So what is the highest thing in the spiritual world is the lowest thing in the material world. И таким образом, то, что является высшей деятельностью в мире духовном, в материальном мире является низшей деятельностью. So Krishna gets the greatest pleasure out of his loving dealings with the gopis. И таким образом, Кришна получает великое удовольствие в любовных взаимоотношениях с гопи. Because Krishna is not married with the gopis, so it's a different relationship. И поскольку Кришна не женат на гопи, то с ними у него другие отношения. But in Dwarka, they're all Krishna's wives, and Krishna is there as a husband, and they have their children and family members. It's a different relationship. Но в Двараке у него другие взаимоотношения. Женщины, царицы Двараки, они являются все его женами, и он там ведет себя как муж, у него, то есть это его жены, у него есть дети. Go ahead. В Махакурма Пуране говорится, великие мудрецы, сыновья богов огня, желая вступить в супружеские отношения с Кришной, строго соблюдали все обеты, и потому в следующих жизнях получили возможность общаться с Господом, источником всего сущего, которого называют Васудева или Кришной, и все они стали его женами. So here we're told about the sons of the fire gods and how they also desired to have a conjugal love for Krishna. И здесь говорится о сыновьях богов огня и об их желании иметь супружеские отношения с Кришной. And they all got Krishna as their husband.
И все они получили Кришну себе в мужья. Because they didn't take birth in the womb of the gopis, so they couldn't enter into Vrindavan Lila. Но поскольку они не приняли свое рождение из лона гопи Вриндавана, то они не смогли принять участие в раса лили. No, they wanted to have love, to enjoy conjugal love with Krishna. But they didn't go through the gopis, they didn't go to Vrindavan, they didn't take their birth in the gopi families. And so they get their relationship with Krishna and Dwarka as a husband, as queens, as his queens. И все они хотели супружеских отношений с Кришной, но они не пошли по стопам гопи, они не родились у гопи во Вриндаване, и поэтому они попали в Двараку и стали женами Кришны, его царицами. Similarly, it's told about the personified Vedas. The personified Vedas also desired to have a relationship with Krishna in conjugal love. И та же история и случилась с олицетворенными ведами. Они также хотели иметь супружескую любовь с Кришной. And they desired also to take part in Rasa Lila. И они также хотели участвовать в Раса Лиле. So the personified Vedas, they also took birth. They had to take birth first in the womb of the gopis, and then they got to take part in Rasa Lila. И для этого они должны были родиться сначала из лона гопи, и затем уже принять участие в Раса Лиле. So it's required that if you want to actually enter into the mood of the people of Vrindavan, you have to take birth there in Vrindavan. И это необходимое условие, если вы хотите иметь умонастроение жителей Вриндавана, то вы должны родиться во Вриндаване. And the goddess of fortune, she also wanted to enjoy Rasa Lila and to join Rasa Lila with Krishna, because Krishna's her husband, but she couldn't do it. И богиня удачи тоже хочет участвовать в Раса Лиле с Кришной, но она жена Кришны, несмотря на то, что она жена Кришны, тем не менее она не может этого сделать. She couldn't give up her queenly nature and just become a gopi. Она не может победить свою природу царицы и просто стать обычной гопи. The goddess of fortune is very opulent, and she has many servants, and she has many maids all waiting on her. So she's, you know, served. She has so many people around her and all taking care of her. И богиня удачи, она всегда купается в роскоши. Вокруг нее всегда много слуг и служанок, много тех, кто служит ей, помогает ей, заботится о ней. But the gopis are simple village girls, and they simply, you know, they're engaged in chores, they're doing so many activities, churning the butter, milking the cows, and boiling the milk. А гопи — это простые деревенские девушки, женщины, они делают какую-то обычную простую деятельность, взбивают масло, доят коров. So the gopis are of a very different nature to the goddess of fortune. They're simple village girls. И природа гопи очень отличается от природы богини удачи. Они гопи — это простые деревенские женщины, девушки. And they will do things like collect the cow dung and make cow dung patties, which they will use for cooking on. Cow dung. Cow, you know, the stool of the cow. Ah, the stool of the cow, okay. И они собирают навоз коров и затем устраивают какие-то такие празднества, на которых готовят пищу на коровьих лепешках. So the goddess of fortune, she's a queen, you know, she doesn't like to do that kind of thing.
А богиня удачи, она царица, и она не любит заниматься такого рода вещами. So she cannot take the mood of the gopis. И поэтому она не может менять ум настроение гопи. So she never got to join Rasalila. И поэтому она никогда не сможет участвовать в Расалиле. Okay, go ahead. Родительские и дружеские отношения. Преданные, питающие родительскую или дружескую привязанность к Кришне, должны следовать по стопам либо Нанды Махараджа, либо Субалы. Нанда Махараджа – приемный отец Кришны, а Субала – его самый близкий друг во Враджа-бхуме. All right, so we've heard about conjugal love. So now we're hearing that you can also develop the mood of Raganuga Bhakti by following in the footsteps of Krishna's friends or Krishna's parents. И мы только что читали о супружеских отношениях Господа, супружеской любви к Нему, и спонтанной преданности Рагануга Бхакти можно также достичь, находясь с Господом в родительских либо дружеских отношениях. It's not that Raganuga Bhakti is only for people in the mood of the gopis. Это не значит, что Рагануга Бхакти доступна только людям, которые находятся находится в супружеских отношениях с ним. We can have also the spontaneous devotion, Raganuga Bhakti, in the mood of Nanda Maharaj and Mother Yashoda, or in the mood of cowherd boys like Subal. И это не значит, что можно достичь спонтанной любви только будучи гопи. Нет. Мы также можем развить Рагануга Бхакти, находясь в таких же взаимоотношениях с Кришной, как Нанда Махараджа, или матушка Ишода, либо как пастушки, пастушки Вриндавана, например, такие как Субала. So go ahead. Отеческие и дружеские чувства к Господу могут проявляться двояко. Можно либо пытаться самому стать отцом Господа, либо следовать по стопам Нанды Махараджа, лелея мечту о том, чтобы стать отцом Кришны. Первый из этих двух методов, пытаться стать отцом Кришны, непосредственно не рекомендуется, потому что усилия в этом направлении могут быть отравлены философией майявады, имперсонализмом. Майявады, манисты думают, что они не отличны от Кришны, и когда преданный думает, что сам стал Нандой Махараджи, это значит, что его родительская любовь отравлена философией майявады. Образ мысли, диктуемый философией майявады, оскорбителен, а оскорбитель лишается возможности войти в царство Бога и общаться с Кришной. All right, so Prabhupada is explaining that we can either become, we can become the father of Krishna, or we can become simply the friend of Krishna. И Шрила Прабхупада объясняет, что мы можем стать либо отцом Кришны, либо просто другом. And we can even try to become the father of Krishna directly, or we can follow in the footsteps of Krishna's father, Nanda Maharaj. И мы можем либо попытаться самому стать отцом Кришны напрямую, непосредственно, либо следовать по стопам его отца Нанды Махараджа. So Prabhupada said, we're not encouraged, but it's not good for us to try to become the father of Krishna. И Шрила Прабхупада отмечает, что нам не рекомендуется пытаться стать отцом Кришны. Because the problem is that you can be, develop the Mayavadi philosophy. И проблема состоит в том, что человек может развить в себе философию майявады. Mayavadis, they think also, they think they're thinking that they're also Krishna. Майявади думают, что они тоже Кришна. And the same way, if we think we have become Nanda Maharaj, then this is. No, this is the Mayavadi philosophy. И подобным образом, когда человек думает, что он стал Нанда Махараджа, это философия Майявады. Krishna is always Krishna, and we are always Krishna's servant. Кришна это всегда Кришна, а мы всегда его слуги. And similarly, Nanda Maharaj is always Krishna's father. We cannot become Nanda Maharaj, but we can become the follower of Nanda Maharaj. Ananda Maharaj является
отцом Кришны, и мы не можем стать Нандой Махараджи, но мы можем стать его последователями. And we can cultivate the mood similar to the mood of Nanda Maharaj. И мы можем развить в себе умонастроение, подобное умонастроению Нанды Махараджа. But if we think we have become Nanda Maharaj, then we will think ultimately everything, ultimately it's all one. И, но если мы думаем, что мы сами являемся Нанды Махараджи, то мы автоматически будем думать, что все является единым целым. That there's no difference between anything. We're all the same. We're all one. Все едино, что мы совсем являемся единым, и нет никакой разницы между объектами. So when we think like this, this is offensive. Если мы думаем так, то это оскорбительно. And Lord Chaitanya was very strict about this Mayavadi philosophy, and he considered it to be very offensive. И Господь Чайтанья очень строго относился к философии Майявады и считал ее очень оскорбительной. So if we have that kind of mentality, the Mayavadi, if our thinking is tinged with the Mayavadi thinking, then we cannot go to the spiritual world. И если наше мышление отравлено философией Майявады, то мы не сможем войти в царство Бога, в духовный мир. It's very offensive, and we get severe reactions. We may become a tree in our next life. И такое оскорбление, оно очень, такое отношение очень оскорбительно, и мы можем даже стать деревом в следующей жизни. And so we have to be very careful to avoid the Mayavadi philosophy. И мы должны быть очень осторожны в том, чтобы избегать философии Майявады. Go ahead. В Сканда Пуране рассказывается о старике, жившем в Хастинапуре, столице пандавов, который мечтал, чтобы Кришна стал его возлюбленным сыном. Нарада посоветовал этому пожилому человеку следовать по стопам Нанды Махараджи, и так его мечта исполнилась. So, Prabhupada quoting from the Skanda Purana about some old man who was living in Hastinapur, which was the capital of the kingdom of the Pandavas. И Шрила Прабхупада приводит в пример историю из Сканды Пураны, в которой рассказывается о старике, который жил в Хастинапуре, в столице, которую управляли царство пандавов. So the old man, he wanted to be Krishna's father. И этот старик, он хотел быть отцом Кришны. And he got instruction from Narada Muni what he had to do to become the father of Krishna. И он получил наставление от Нарады Муни, что он должен делать, чтобы стать отцом Кришны. Narada Muni told him to follow in the footsteps of Nanda Maharaj. И Нарада Муни сказал ему следовать по стопам Нанды Махараджа. And so we're told that by doing this, he got success. Krishna became his son. И благодаря следованию совету Нарады, этот человек получил Кришну в качестве своего сына. So we have to, if you want to cultivate this mood, you have to know about Nanda Maharaj, you have to learn about what he does, what his activities are, what is his mood in the different pastimes. И если вы хотите стать отцом Кришны, то вы должны принять это настроение Нанды Махараджа. Вы должны знать, как он себя ведет, должны знать о всех его поступках, должны знать его настрой, его настроение, все его игры с Кришной. Okay, go ahead. В молитвах Нараяна Вьюхастаре говорится, что те, кто постоянно думает о Господе как о своем муже, друге, отце или благожелателе, являются объектом поклонения для всех остальных людей. Такая спонтанная любовь к Кришне может развиться только благодаря особой милости Кришны или его чистого преданного. Этот путь преданного служения иногда называется Пушти-маргом. Пушти означает питающий, а марг – путь.
Если чувства преданного развиваются до такой степени, что это служит замечательной питательной средой для преданного служения, возводя его на высочайший уровень. Отсюда название Пуштимарг. Этим путем идут преданные, принадлежащие к Валава Сампрадае, школе вишнуизма, основанной Вишнусвами. Поклонение Бала Кришне преданных из Гуджарата тоже, как правило, относится к Пуштимаргу. Right. So Prabhupada is, now we're hearing another statement from another scripture, and it says that we can think of Krishna either as a husband, or a friend, or a father, or a well-wisher. И здесь также приводится утверждение из другого священного писания, где Шрила Прабхупада говорит о, где говорится о Господе как о муже, о друге, отце, либо благожелателе. So this is, we can develop Raganuga Bhakti or spontaneous love for Krishna in these different ways. И этими разными способами мы можем развить спонтанную любовь к Кришне или Рагануга Бхакти. But to do it, we need to get special mercy of Krishna or his pure devotee. Но чтобы сделать это, необходима особая милость Кришны либо его чистого преданного. So to get that special mercy, that's very, it's not very easy. И чтобы и не так-то просто получить это особое благословение, это особую милость. You have to have a very, very strong desire to want to achieve that special mercy. У вас должно быть очень-очень яркое, сильное желание, чтобы получить эту милость. So we're told that this process of devotional service is sometimes called Pustimarg. И этот процесс преданного служения иногда называется Пуштимаргом. Pushti means something which nourishes. Nourishes means gives life or increases something. You're nourishing something. You're increasing. It's getting strength, becoming stronger. И пушти означает питающий, то есть то, что поддерживает, что напитывает, что делает сильнее, что дает энергии, силы. So this is a very high standard of devotion. И это очень высокий стандарт преданности. And there are there's a group called the Balaba Sampradaya. There's another Sampradaya. It's called Balaba Sampradaya, and they're connected to the Sampradaya which comes from Vishnu Swami. И есть Балаба Сампрадая, которая связана со школой, основанной Вишну с вами. So Balaba, this man Balaba, he was an associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he's mentioned in the Chaitanya Charitamrita. И Вала был спутником Господа Чайтани, о нем упоминается в Чайтанья Чаритамрите. And he met Lord Chaitanya, it's described first of all, they met at the Triveni, where the Ganga meets the Yamuna at Allahabad, or what is now called Prayagraj. И они встретились с Господом Чайтани вместе слияния Ганги и Ямуны, где в Аллахабаде, то месте, которое сейчас называется Праяг. No, Balaba, he's known often as Balabacharya. И Валаба также известен как Валабачарья. So he met Lord Chaitanya there in Allahabad, and Lord Chaitanya was a sannyasi at that time, and at that time Balaba Acharya, he was a householder. И так они встретились с Господом Чайтани в Аллахабаде, и на тот момент Господь Чайтани был уже сannyasi, а он был домохозяином. So Balaba Acharya, he's a very great devotee, and he wrote commentaries on Srimad Bhagavatam. Валабачарья – это очень великий преданный, он написал комментарии к Шримад Бхагаватам. And he met with Lord Chaitanya there, and then he brought Lord Chaitanya to his house, which is on the other side of the Ganga. And Lord Chaitanya went there, and Валабачарья worshipped Lord Chaitanya. И встретившись с Господом Чайтани, он пригласил его к себе домой, на другой берег Ганги,
где он смог поклоняться Господу Чайтанье. And we also know Balabhacharya later on, he came to Jagannath Puri and he met Lord Chaitanya in Jagannath Puri. И мы знаем, что позже Балабхачарья пришел в Джаганнатхапури и встретил там Господа Чайтанью. So there was one deity which was found on Govardhan Hill. The deity of Lord Krishna was found by Madhavendra Puri. And Madhavendra Puri, he worshipped that deity there on the Govardhan Hill. И есть одно такое божество, которое было найдено Махавендра Пури на холме Говардхана, и Махавендра Пури поклонялся ему. So after some time that deity was given to Balabhacharya's sons. И спустя какое-то время это божество было отдано сыновьям Балабхачарьи. Balabhacharya had several sons and they were very good devotees. У Балабхачарьи было несколько сыновей, и все они были очень хорошими преданными. So the deity of Srinathji, of this special deity of Lord Krishna, Srinathji, was given to them and they brought it to a place over near Rajasthan. И это божество Шринатджи было отдано им, и они поместили его в место, которое недалеко от Раджастана. And it's a popular temple, the deity is worshipped and many people go there to see the deity. Это очень популярное место, где поклоняются божеству, и много людей приходит туда, чтобы выразить ему свое почтение и поклониться. So they worship this deity of Krishna in the mood of Pushtimarg. И они поклоняются этому божеству Кришне в умонастроении Пуштимарга. They worship Krishna actually as a child, and they think of him like a child, and they have the mood of being Krishna's parents. Они на самом деле думают о Кришне как о своем ребенке, то есть они поклоняются Кришне как его родители, находятся в умонастроении родителей по отношению к нему. And they will cook special milk sweets and make special food for the child. И они готовят особые молочные сладости для Кришны, какую-то особую еду для ребенка. And they will sing songs, also beautiful songs about Vrindavan and about Krishna's childhood pastimes. Они поют замечательные песни о Вриндаване и о детских играх Кришны. So their mood is, this is Pushtimarg. They worship Krishna in this way. И это настроение Пуштимарга, и они поклоняются Кришне именно таким способом. So they know us. There are many followers. Mostly they're from Gujarat. И у них есть очень много последователей. Они в основном все из Гуджарата. Although Balabhacharya himself, he's from South India, but most of the followers of this Pushtimarg, they come from Gujarat. И несмотря на то, что Балабхачарья, он сам из Южной Индии, тем не менее, вот большинство последователей, они из Гуджарата. So, Prabhupada is explaining this to us here. И здесь нам как раз Шрила Прабхупада это объясняет. So, okay, we'll stop here, we'll ask if there's any questions. Здесь мы сегодня остановимся, есть ли у кого вопросы. Елена Матаджи Дмитриева, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, когда у нас возникает желание что-то сделать для алтаря, служение, например, спонтанно сделать цветочные композиции дома или купить красивую подставку для туласи, потратив большую сумму денег, и идешь и делаешь это на начальном уровне чем является? Не спонтанное служение, это просто милость Господа. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, when we have a desire to do something for the altar, for the service, for example, just spontaneously make flower arrangements at home, for example, or buy a beautiful stand for tulasi, spending a large amount of money, and you just go and do it. What
what is this at the initial level? Is it spontaneous service or is it just the mercy of the Lord? Thank you. It's the mercy of the Lord. Это милость Господа. Because spontaneous devotion requires many other things also. It's not just only that mood of spontaneous devotion one time, but it has to be constant. Это не спонтанная преданность, потому что она не может случиться вот так вот один раз. Это постоянное состояние. You have to be constantly thinking about serving Krishna in these different ways. Вы должны постоянно думать о служении Кришне всякими разными способами. And you have to be thinking about particular devotee in Vrindavan. И вы должны думать о каком-то определенном преданном в Вриндаване. Or else in Dwarka. It could be in Dwarka. You could be following a devotee in Dwarka. Либо это может быть какой-то преданный в Двараке. We said you could follow a cowherd boy, not necessarily a gopi. You can follow a cowherd boy. И не обязательно следовать по стопам гопи, вы также можете следовать за мальчиками и пастушками. But you have to cultivate the particular mood of these devotees. Но вы должны развивать это особое настроение этих, именно этих преданных. Then it becomes Raganuga Bhakti. И только тогда это станет Рагануга Бхакти. There has to be this attachment to the particular devotees in Krishna Lila. Должна быть определенная привязанность к определенным преданным, которые участвуют в Кришна Лиле. If you just do something spontaneously, that is mercy. Но если вы делаете что-то спонтанно, это милость. But it's not Рагануга Бхакти. Но это не Рагануга Бхакти. Yeah. Next question? Yeah. Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны со слова Шрили Прабхупаде. Преданное служение должно развивать в нас любовь к Кришне и в конечном счете должно вызывать у нас радость, позитивное настроение. Но на практике получается, что некоторые преданные излишне сентиментальные и склонные потакать своим слабостям, а другие, наоборот, склонны к постоянному негативу и концентрируются на отсутствии квалификации и поиске недостатков у себя и других. Я так понимаю, что обе эти тенденции не приведут нас к чистому бхакти. Как найти правильный баланс между ними? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, all glories to Srila Prabhupada, or my question is, devotional service should develop our love for Krishna, their weaknesses. Others, on the contrary, are prone to constant negative and concentrate on the lack of qualifications and the search of different faults in themselves and others. I understand that both of these tendencies will not lead us to pure bhakti. How to find the right balance between them? Well, you have to fill yourself with Krishna consciousness. Вы должны чувствовать себя в сознании Кришны. Both of these paths, both of these things, tendencies are off. They're not good. You have to get rid of them. Обе эти тенденции на самом деле не очень хорошие, вы должны от них избавиться. So if you can just simply concentrate on becoming Krishna conscious, that would solve the problem. Если мы просто сконцентрируемся на том, чтобы стать сознающим Кришну, это решит проблему.
talk about balance. You don't want to balance these things. You want to get rid of these things. И мы не должны говорить о каком-то балансе между этими вещами. Мы должны от них просто избавиться. Okay. Next question. Mm-hmm. Валентина Матыч, ваш вопрос, пожалуйста. Прошу прощения, Матыч, вас не слышно. Хорошо. Итак, вопрос. Харе Кришна, примите мои поклоны. Гьяна делает сердце жестким. Как его смягчить? Харе Кришна, please accept my humble obeisances. Гьяна makes the heart very hard. How to soften it? By devotional service. Его можно смягчить преданным служением. By hearing and chanting. Благодаря слушанию и воспеванию. The heart becomes hard because we cultivate knowledge about the impersonal Brahman. We cultivate a superiority complex. We're thinking I know more than others. И сердце становится жестким, когда мы думаем. When we think about what the first thing, sorry. The second was a complex, and the first one was? When you concentrate on hearing and chanting. If you concentrate on hearing and chanting, and instead of cultivating knowledge, we become proud, we think we know more than others. Когда мы получаем много знаний, мы думаем, что мы знаем больше других и становимся гордыми. И также мы обретаем такое умонастроение духовного приоритета, что мы выше других. So you want to make the heart soft, you have to become the servant of everyone. И чтобы сделать свое сердце мягким, мы должны стать слугой всех. Of course, we cannot serve everyone. Конечно же, мы не можем служить всем подряд. But at least you must become the servant of some devotees. Но, по крайней мере, вы можете стать слугой некоторых преданных. So become humble, submissive. Поэтому станьте смиренными и займите такое подчиненное положение, покорность. Be eager to hear from others. Обретите желание слушать других людей. Don't think you know everything. Не думайте, что вы знаете все. Okay. Yeah. Next question. Yeah. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Раджарани Матаджи. Сейчас, какой микрофон? Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, преданный. Всеслава Шрили Прабхупаде. Гуру Махарадж, у нас началась сегодня Чатурмасия. Можете дать какие-то рекомендации, наставления на единичцы? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, devotees, please accept my humble obeisances. So, Гуру, glories to Шрила Прабхупад. Today we started Чатурмасия. Would you please give your recommendations and instructions for this month? Thank you. Well, Srila Prabhupada has told us what standard we should follow. He said the first month we don't take spinach. И Шрила Прабхупада дал нам стандарты, которым мы должны следовать, и первый месяц мы не принимаем шпинат. Or sometimes it's said we shouldn't take green leafy vegetables. Иногда говорится, что мы не должны вкушать какие-то зеленые листовые овощи. So
It's not clear exactly what the standard should be. Should it be all green leafy vegetables or simply spinach? То есть нет какого-то определенного четкого стандарта, должны ли это быть все прям зеленые листовые овощи или это только должен быть шпинат. And so it's up to you what standard you are able to follow. Are you able to give up all green leafy vegetables for 1 month? И стандарт зависит от вашего решения, то есть готовы ли вы не есть все зеленые листовые овощи в течение 1 месяца. So if you can do that, very good. Если вы это можете сделать, ну, тогда очень хорошо. Otherwise, you can simply give up the spinach. В другом случае вы можете просто избегать шпината. So that is for the first month. That is for? The first month of Chaturmasi. And you can also consider what you would like to do. Would you like to do more, make a vow, do more chanting, or do more service? И вы также можете решить, будете ли вы делать больше какого-то преданного служения, либо примете какие-то обеты, либо будете больше преданным служением заниматься. Maybe you can give up your whatever maya you have, whatever little bit of maya you're keeping to yourself, you make a vow to give it up. Может быть, вы захотите избавиться от той майи, которая у вас есть. Some people go to reside in Vrindavan for the 4 months. Некоторые люди едут во Вриндаван на 4 месяца. Some people make a vow to just take 1 meal a day. Некоторые люди принимают обет принятия пищи 1 раз в день. But Prabhupada, he gave the instruction that, you know, everyone, doesn't matter who you are, you shouldn't take the green, shouldn't take the spinach for 1 month. Ну, Шрила Прабхупада дал нам вот такие наставления, то есть, кем бы вы ни были, вы не должны принимать шпинат в течение 1 месяца. If you want to give up all green leafy vegetables, you can also do that. Если вы хотите отказаться от всех зеленых листовых овощей, вы также можете это сделать. Okay, so that's for the first month. Это наставление для 1 месяца. The idea is we have to do a little austerity. И идея состоит в том, чтобы сделать какую-то небольшую аскезу. Some people they do things like they won't cut the hair, they won't shave for the whole of Chaturmasya. Некоторые люди, например, обрезают свои волосы либо бреются на весь период Чатурмаси. They won't even cut the nails. Они даже не хотят стричь ногти. And some make a vow, they will just eat very, very simply. Некоторые they just what vow? They will eat very, very simple food. И кто-то принимает обед есть очень-очень простую пищу в этот период. They may be taking 1 meal a day. Например, только 1 прием пищи в день. So you can decide yourself. То есть вы должны сами для себя решить. The main thing is to increase your hearing and chanting. И основное здесь это просто увеличить свое слушание и воспевание. We want to increase your devotional service. Чтобы возросло ваше преданное служение. So fasting doesn't increase your devotional service. И пост не усиливает ваше преданное служение. Okay, yeah. Next question. Yeah. Дорогие преданные, есть ли еще вопросы в чате? Уже вопросов нету.
Валентина Матаджи, может, вы слух скажете? Я прочитаю, да? Next question. Харе Кришна, какое должно быть настроение на фестивале Вайшнава Сева? Харе Кришна, what should be the mood at the Vaishnava Seva festival? Well, the mood should be to give service, that we come to do service. We want to serve the devotees. Должно быть ума настроение служения преданным. We don't want to be served. Не желаете, чтобы другие служили вам. We don't like to take service, we like to give service. Мы не любим принимать служение, мы любим его отдавать. So the mood should be to be the servant, and the mood should be also enthusiasm, that we want to be very enthusiastic to hear and to chant and to take part in all the devotional activities. И должно быть ума настроение служения, желание послужить преданным, больше слушать и больше воспевать. Are they having devotional service, devotional association? They're having a sangha somewhere? Is it the question? Yeah. Есть ли там общение сангха с преданными? Матаджи. Да-да. Меня слышат? Да, ну, да. Да, есть, конечно, и будет планировать санга, чтение и воспитание местное преданное. Может быть, мне какой-то служит, я не знаю, вот, ну, может быть, какой-то подготовки кухни, там, мытье, что-то такое. Yes, we're planning sangha, just kirtans and readings of scriptures. Virtual or physical? Физически или виртуально? I think physically. Ну, конечно. С 10-18. Physically they go just this to Vaishnava Seva Festival from 10 to is no 18th of August. That's near, it's not far from Nahotka. Oh, they're having a Vaishnava festival. Yes. Oh, okay. Oh yes, right, in Nahotka, near Nahotka. Yeah, yeah, you visited it the last time. Yeah, the camp. Okay. Yeah. Summer camp. Yeah. So the mood should be to be enthusiastic and to be eager to serve. И ума настроение должно быть таким, быть в энтузиазме и гореть желанием служить. And to accept whatever difficulties may be there. И принимать любые сложности, которые приходят. But to understand that it's all Krishna's arrangement. Но в то же самое время понимать, что все это устроил Кришна. That it's a very nice opportunity to come together, to be with devotees, and in the association of devotees, you can make advancement. И это очень хорошее, понимать, что это хорошая возможность собраться вместе и общаться с преданными, и таким образом духовно развиваться. So it's a very special opportunity at this time. Very few devotees have this such an opportunity. И в этот раз это очень особая возможность, поскольку лишь у немногих преданных есть такая возможность. The whole world is practically locked down in different ways. It's so difficult to get association. И весь мир почти находится на карантине, все закрыто, и очень сложно получить вот такое общение.
So you're very, very lucky to get this opportunity. Поэтому вы очень удачливы иметь такую возможность. So you want to take advantage of this opportunity. Don't waste it. И, пожалуйста, используйте благо, имея такую возможность, не потеряйте ее. So you take full advantage of it by being eager, by being enthusiastic to take part in the activities. И как вы можете получить благо от всего этого? Быть в энтузиазме и гореть желанием принимать участие во всей деятельности. Okay, yeah. Next question. Дорогие преданные, есть ли еще вопросы? Кирти Дам, опять же, ваш вопрос, пожалуйста, сами уже задавайте. Или мне задать? Вопрос из чата. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите поклоны, пожалуйста, слава Шри Прабхупаде. Говорили, что преданные выбирают аскезы себе, например, не стричь ногти и так далее. В Бхагавадгите сказано, что аскеза не по шастрам, аскеза в невежестве. Вопрос. Чтобы не совершить ошибку, как выбирать аскезу? Советоваться со старшими? Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. It was said that devotees themselves choose the austerities. For example, not to cut their nails and etc. In Bhagavad Gita, it said that austerity is not according to the Shastras, is austerity in ignorance. The question is, in order to not to make a mistake, how to choose austerity, we should consult with the senior devotees, or what? Yes, you can consult with senior devotees. It's always a good thing to do. Да, конечно, вы можете проконсультироваться со старшими преданными. Это всегда хорошо делать. In Srila Prabhupada's time, some devotees, they wanted to do the chaturmasya and they wanted to grow their hair and so on. But Prabhupada told them, he said, this will just be sense gratification for you. И во времена Шрилы Прабхупады преданные также на Чатурмасию делали какие-то аскезы, и они спрашивали Шрилу Прабхупаду, есть ли можно ли отрастить волосы. Шрила Прабхупада сказал, нет, это будет для вас чувственным наслаждением. Yeah, to have long hair. Prabhupada came to get us all to shave our heads. Didn't want us to grow long hair. И Шрила Прабхупада пришел, чтобы побрить наши головы, а не для того, чтобы мы отращивали волосы. And if people had beards, Prabhupada would always preach to them to shave. Если у людей были бороды, то Шрила Прабхупада всегда проповедовал им в таком ракурсе, чтобы они их сбрили. So growing long hair and growing beards, things like that, this is just sense gratification for most of us. И отращивание волос и бороды для большинства из нас это чувственное наслаждение. Before coming to Krishna consciousness, particularly in Prabhupada's time, it was customary for people all to have long hair, and several people also had beards. И во время нашего Прабхупады было принято, что люди носили длинные волосы и отращивали бороды. Традиция была такая. So, Prabhupada liked to see the devotees with clean-shaved heads and shaved faces. И Шрила Прабхупаде хотелось видеть преданных с чистыми лицами, с бритыми лицами и бритыми головами. To go out and preach with long hair and beards, then you give people a wrong impression about Krishna consciousness.
Если вы пойдете проповедовать с длинными волосами и с бородой, то вы можете произвести на людей неправильное впечатление. Есть ли еще какие-то вопросы? No more questions in the chat. Okay. Any other questions? No more. Есть ли еще вопросы? Махарадж спрашивает. No more questions, Guru Maharaj. Okay, so then we will stop here. Тогда мы здесь сегодня остановимся. So we thank all the devotees for participating. Всем большое спасибо, преданные, за участие. We hope you all stay safe and healthy. Мы желаем всем здоровья. Пожалуйста, берегите себя. Physically and spiritually, be healthy. Будьте здоровы физически и духовно. So, begin today, first day of Chaturmasya, right? So for 4 months, we have to think about, you can think about Lord Chaitanya, how Lord Chaitanya was spending time, like one time during Chaturmasya, he stayed in Sri Rangam. И сегодня первый день Чатурмаси, который будет длиться 4 месяца, и мы должны размышлять о Господе Чайтанье, который оставался в течение 2 месяца в Шри-Рангаме. We don't hear about Lord Chaitanya growing long hair or having a beard. И мы не слышали о том, чтобы Господь Чайтанья отращивал длинные волосы либо бороду. Of course, Bhaktisiddhanta Sarasati, Prabhupada's spiritual master, he did that. Конечно, Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель Шрилы Прабхупады, делал это. But Srila Prabhupada himself, he didn't do it. Но Шрила Прабхупада этого не делал. Prabhupada was always clean-shaven. Прабхупада был всегда начисто побрит. And Prabhupada also kept preaching, although it was Chaturmasya, he didn't stay in one place. И Господь Чайтанья всегда проповедовал, он в течение Чатурмаси никогда не оставался в одном месте. One devotee came to India and he brought some vehicles with him. They came overland from Europe and they brought some vehicles. And they had the vehicles and they came to Vrindavan and then came to Chaturmasya. And their idea was to just stay in Vrindavan for Chaturmasya. И один преданный, он приехал из Европы во Вриндаван, и он взял с собой какие-то транспортные средства. Идея была в том, чтобы остаться во Вриндаване в течение Чатурмаси. So their idea was they just stay in Vrindavan, but when Prabhupada saw that, he said, no, no, he said, you should go and travel and preach, you don't need to stay here. И смысл его идеи была в том, чтобы остаться во Вриндаване, но Шрила Прабхупада сказал, нет, нет, ты должен отправиться в путешествие и проповедовать. And Prabhupada said, keep the wheels rolling. He said, there's a motto of the Indian railways. Sometimes the train doesn't go very fast, but still they should keep the wheels rolling. Even though it may not go very fast, keep moving. И в Индии поезда движутся не очень быстро, но тем не менее, Шрила Прабхупада said to me that he should wheel rolling. Keep the wheels of the vehicles, right? Or the wheels of the train, keep them rolling. И он сказал, что мы должны продолжать крутить колеса поездов для проповеди. So we want to keep also the wheels rolling. You know, even though it's COVID, we can't do very much, but still we keep trying to do something. И таким образом мы тоже должны продолжать вращать эти колеса средств передвижения. То есть, возможно, мы не можем делать что-то, чего-то очень много, но мы должны продолжать что-то хотя бы делать. So making use продолжать of, проповедовать. Making use of technology, like the Skype and other things, and we can give classes and we can contact congregation and devotees everywhere.
То есть использовать какие-то средства современных технологий, скайпа, какие-то другие вещи, чтобы проповедовать преданным и простым людям. It's not as good as actually being there, but better than nothing. Конечно, это не сравнится с тем, чтобы находиться физически в каком-то месте, с физическими, физически общаться с преданным, но тем не менее это лучше, чем совсем ничего. So we try to make the best of whatever situation we're in. И мы должны извлечь лучшее из той ситуации, в которой мы находимся. So thank you very much for your association. Всем большое спасибо за ваше общение. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah. So, just a second, I add Mata Jilena here.